Московской области для того, чтобы провести открытое совещание с руководством, спортсменами, пригласить наших болельщиков. Есть общественная организация, да, по-моему, не одна. Вот, для того, чтобы следующий год, этот сезон, вы отыграли, отработали. Ну, естественно, наши болельщики и николаевцы радовались вашими победами. Вот. Ситуация, еще раз повторю, непростая сегодня в области и в стране, вы это прекрасно знаете. Те предприятия, которые ранее финансировали, они отказались еще в марте месяце, да, Николай Васильевич? В марте месяце, вот, оказывать поддержку клуба, поэтому финансовая составляющая, которая была, это сугубо, можно сказать, что на плечах Николая Васильевича, еще там ряда людей. Ну и, естественно, ваша инициатива, за что вам большое спасибо, то, что вы проявили себя как наши патриоты клуба и города Николаева. Вот. Поэтому я хотел бы кратко выслушать буквально